Привет, Рауль. Привет, Полина. Я этот шаурму купил. Я, короче, забегаю в тот бургер, короче. Ору, короче. Шаурму один. Вот. Они сейчас меня сочли, я, короче, забежал. Вот в таких вот штанах, короче. В зимних валенках к ним. И купился шаурму. Да. Чё ты? Да, помню, помню. Здорово. Ладно. Спасибо. Спасибо. Такая вкусная вообще. Не знаю. Каспийский груз. Фама? Чё, Фама? Чё случилось? Чё случилось-то? Чё случилось? В больничке ты лежишь? Всем привет, короче. Какая больница у тебя там? Согласен. Бабуля выбирала. Блядь! Все штаны в шаурме, сука! Прям все!
Ты только это написал. Я смотрю на штанах, короче, шаурма. Я шаурму, наверное, месяц не ел. Крутой пацан, в бильярд пошел играть. Пошел в бильярд играть. Какой-нибудь на телефоне сейчас скачает бильярд и будет играть. Нет, он на телефоне сейчас будет играть. Сейчас с пацанами пойдем в бильярд играть. Да. Нет. В Татбургере. Я всегда там покупаю. Сто пять. Перепутал. Это боулинг. Такой, сейчас пацанами бильярд пойдем играть. А нет, я перепутал, это футбол. Ай, блядь. Блядь. Клима пишет что-то. Она пишет, Эмильса пишет, ой, не так. Сейчас напишет Эмиль Великий по-любому. Она мне сама пишет. Я знаю, что у вас было. Мне пацан один рассказал. Миникаев Мир вот так где. Кто меня скринит, сука? Заебали скринить. Сейчас заблочу кого-нибудь. Неважно. Рауль, узнаешь, что так говорит? Неважно. Кто так говорит? Кто так говорит? Что это за великий человек? Нет, это Ришат говорит вообще-то. Он говорит, я к Ришату подхожу, говорю, как дела? Он мне говорит, неважно. Да. А чё мы так с ним здороваемся? Ванёк к нему подходит все время, руку тянет, такой, вот так вот ему здороваться с ним. И чё, как там? Как там? Ногу сломал? Чё ногу? Я в этот день ногу. А чё ногу? Артур, ты пропустил самое интересное. Я сейчас шаурму ел.
Она у меня вся разваливалась, это просто было что-то. Сейчас ко мне Вань придет. Извините. Я не специально. Это все обстоятельства. Жизненная ситуация. Можно, можно. Какой? Мой? Я свой кальян выкинул прям с окна. У меня даже видос есть, могу видос кинуть. Я теперь за ЗОЖ. Сейчас я тебе видос кину. Да, я серьезно говорю, я прям на видео взял и выбросил с окна. Мне столько писали там, я всем видос кинул. У тебя же свой есть, ты чё, я тебе хочу предложить? Потом думаю, у тебя свой есть, блин, и выкинул. Сейчас я видосик скину. Рауль. Сейчас я скину. Такой видос прям, блин. Все, я за ЗОЖ. Да, согласен, согласен. Я когда, короче, его выкинул, такой, думаю, зачем я его выкинул? Хотел сбегать за ним. Весь вечер он там лежал, с утра его не было. Чё поймал, наслой ты меня? На каком слове ты меня поймал? А, да? Ну, я, конечно, частично за ЗОЖ, ну ладно. Ну ладно, ладно, поймал ты меня на слове, ладно, все, я за ЗОЖ. Сейчас, сейчас, короче, я скину этот видос. Да, сегодня среда. Нет, не холодно. А че тебе туда положили-то? Скажи, что случилось. Как обычно, конфетку надо. Я на каждой своей трансляции ем конфету. Давай напиши. Зайди пока в ФК, я пока трансляцию руну. А вот пакет от моей любимой шаурмы. Блин, врезался в стену. А, пахнет шаурмой. А, ну в общем я, короче, в штанах, в спальнях. В маминых валенках забегаю, короче, говорю. Пожалуйста, можно мне шаурмы за 95? А у меня с собой только 100 было, блин, я забыла все я. Она такая, она теперь 105 стоит. Я опять в этих штанах побежал домой, взял еще денег. Прибегаю, можно мне шаурмы? Она уже готова была, я ее забрал. Они смеялись надо мной. На улице столько людей. Можно яйцо на машину какую-нибудь с окна скинуть? Хотите? Я могу яйцо с окна скинуть на какую-нибудь машину. Как раз последнее яйцо. Короче, полайкайте меня, я кину яйцо с окна. Сейчас я новую трансляцию начну.